Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Салимом бин Мухаммадом Аль-Маликом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Миссия Исламской организации прибыла в Азербайджан 11 января. За эти дни Аль-Малик встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым, а на следующий день делегация посетила освобожденные территории Азербайджана. По итогам поездки на освобожденные земли глава ИССКО назвал увиденное ими настоящей трагедией. «Посетив освобожденные земли, мы увидели, что все села, поселки, исторические религиозные памятники разрушены. Разрушение, осквернение мечетей и религиозных храмов, вандализм в их отношении недопустимы. К религиозным местам нужно относиться с уважением, их необходимо защищать», — отметил он. Салим Аль-Малик также выразил уверенность в том, что все разрушенные на этих территориях религиозные и культурные памятники будут восстановлены. По его словам, религиозные убеждения людей не должны подвергаться дискриминации, а храмы каждой религии должны уважаться не только на уровне государства и региона, но и на глобальном уровне. К сожалению, любая война приводит к разрушениям, в том числе разрушаются различные объекты. Однако уничтожение религиозных и культурных объектов, образцов культурного наследия, недопустимо, подчеркнул глава исламской организации. По завершению встречи Салим Аль-Малик подарил Ильхаму Алиеву памятную саблю в честь победы в Карабахе. And the word is from Allah to our Prophet Muhammad Almighty that this clear consequence and the victory that you have seen. So this is just simple. Yeah, thank you very much. This is, it says here to His Excellency Ilham Aliyev, President of Azerbaijan, celebrating victory over the Nagorno-Karabakh. And this is our logo and this is Alice's logo. This sword, Your Excellency, is almost like more than 100 years. And it is being certified. Thank you very much. The symbol of our victory was an iron fist. So now we have a sword. So thank you very much. Thank you.